Всем привет, ребят! Меня зовут Ира, ты на канале Синдерина 1. И сегодня уже у нас вторая тренировка дома в домашних условиях на карантине. Я показываю, конечно, свои тренировки, но прежде всего я снимаю для вас, для тебя. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ты в комментариях, если ты прошел первую тренировку, дал мне знать о своих предпочтениях. Может, тебе сложно, может, тебе легко. Если у тебя нету дома гантелей или есть фитнес-резинка, либо утяжелители, я готова включить их в следующие свои тренировки, чтобы как-нибудь их разнообразить. Как обычно, мы с тобой сейчас сделаем небольшую разминку и начнем нашу тренировочку. Эта тренировка будет другая, отличительная от первой. Я буду стараться каждый раз давать тебе разные новые тренировки, чтобы тебе было интересно заниматься вместе со мной. Потянем ноги. У тебя не болели случайно ягодицы после первой тренировки? У меня лично очень болят. Я даже спрашиваю самому себя. Вроде бы, Ир, ты занимаешься с утяжелением, да, в тренажерном зале, потом выходишь без никакого оборудования, просто гантели 3 килограмма, они такую бешеную нагрузку дают. Класс! Вообще супер! Поэтому не думай, что домашние тренировки – это какая-то чепуха. Сегодняшняя тренировка у нас будет состоять из 10 упражнений. Будем работать поинтервально в режиме табата. Будем работать 30 секундочек каждого упражнения, затем отдыхать 10. Так, сделали разминку небольшую, по-быстренькому, как обычно. Можно поприседать 5 раз. Приготовили свое тело к работе. И давай начинать. Если ты закончишь со мной эту тренировку, то в конце я тебе скажу, сколько калорий мы с тобой сожгли за это время. Начинаем нашу тренировку. Первое jumping jack, 30 секундочек, потом 10 отдыха. Поехали. Прыгаем. Наша тренировка сегодня будет состоять из 10 упражнений. Будем 30 секундочек работать, 10 секунд отдыхаем. После каждого круга у нас будет минуточка на восстановление. Чуть-чуть. Последние разочки. Взяли обе гантели в руках. Будем вот такое упражнение делать. На бицепс и на плечи. Поехали. Подняли одну гантелю. Вторую. Свели гантели вместе. К грудной клетке. Повторяем. Дальше. Качаем наш бицуху. Можете не пугаться этого упражнения. У вас не вырастут банки. Нам надо укреплять руки, чтобы они у нас тоже красивенькие были. Плечи. Дальше. Ножницы. Приготовились. Легли на коврик. Будем делать вот такое упражнение. 3, 2, 1. Поехали. Если вам легко, усложняйте, ускоряйте темп. Скрещиваем, скрещиваем. Давайте, давайте, работаем. Выдыхаем. Напрягаемся, ноги не роняем. Чуть-чуть. Дальше у нас будет отжимание. Поворачиваемся, касаемся. Приготовились? Поехали. Отжимание, поворот. Касаемся ноги, затем идем обратно в отжимание. На другую сторону переворачиваемся, касаемся. Поехали. Чуть-чуть, 10 секунд осталось. Коснулись и упали. Фух. Ягодичный мост на одной ноге. Опа, помним, да? Классное упражнение. Чуть-чуть усложним, с одной ноги исполним. Поехали, работаем.
Давайте прочувствуем левую ягодичку, если вы на другой ноге делаете правую. Зажимаем верхние точки. Эта нога у вас не гуляет, да, вот так вот. Зафиксировали в одном положении и делаете упражнение. Еще чуть-чуть поменяем ноги. Давайте выложимся. 10 секундочек отдыха. И меняю ножку. Я на солнышке лежу. Работаем. Не расслабляемся. Давайте, давайте, еще чуть-чуть. Дальше у нас будет гиперэкстензия. Никуда не уходим. Остаемся на месте. Просто меняем положение тела. Ложимся лицом вниз. Будем качать спинку. Последний раз. Отдыхаем и меняем положение тела. Гиперэкстензия. Руки вперед. Свели лопатки вместе. 30 секундочек. Еще, еще, еще. Делаем. Давайте, давайте. Четыре секунды. Последний раз. Перекрестные подъем на пресс. Положили ноги. Поехали. Один раз на одну сторону, второй на другую. Выдохнули. Лопатки не роняются на пол. Пресс в максимальном напряжении, постоянно. Давайте, давайте, давайте. Класс. Тренироваться на свежем воздухе даже в какой-то степени круче. Ветерок. Дальше. Отдохнули. Взяли одну гантелю. Взяли гантелю. Поехали. В такую позу встали. Дальше. Не встаем. Просто меняем положение ног. Держим. Дышим. Поднимаемся. Дальше у нас будет разведение гантель на трицепс. По 15 секунд на каждую сторону. Поехали. 15 секундочек на одну руку, 15 на вторую. Разведение гантели на трицепс. Развели, выпрямили руку, сели обратно. Меняем стороны быстро, не теряем время. Чуть-чуть и минуточка отдыха целая. Все, отдыхаем. Пьем водичку, потом возвращаемся ко мне, будем делать второй круг. Сразу джампинг джек делать. 30 секундочек. Все, что мы делали. Сейчас еще
мы с вами повторим 3 раза. И у нас тренировка будет окончена. И будет повод для гордости. Подъем гантелей на бицепс и плеч. Взяли гантели, приготовились. Поехали. Одну гантельку, вторую. Подняли. Дальше. Делаем упражнение. Чуть-чуть. Просили упражнение на ручки. Получайте. Дальше. Кинули, приготовились делать ножницы. Вот такой вот. Радости вот эти вот перекрестные. Поехали. Давайте шустрее стараемся. Все-таки нагрузить наш пресс надо. Кубики-то все хотят, правильно? Совсем тяжело делать все. Но это... Давайте, разозлились на себя и выполним как следует. Отжимания плюс повороты, касание. Помните, да, как делать? Приготовились, не теряем время. Поехали. Отжались, развернулись, коснулись. А здесь разговаривать с вами не буду. Последний раз. Ягодичный мост, знаешь, у нас на одной ноге, затем на второй. Поехали. Вам тяжело? Делайте вот так. Но положите что-нибудь на бедра, чтобы как-то хоть усложнить. Еще чуть-чуть. Пол времени уже отработали, я чувствую. Капелька. Отдыхаем. Сейчас мы поменяем с вами ножку, сделаем все тоже только на другую. Фух. Кайф. Приготовились? Поехали. Фух. Делаем выдох наверху. Фух. Здесь. Тяжко делаем. Отдыхаем. Разворачиваем свое тельце. Гиперэкстензия у нас дальше. Поехали. Чуть-чуть. Десять секундочек у нас осталось. Дальше будем опять с вами качать пресс. Перекрестные подъемы на пресс. 30 секунд. Понимаю, что вам тяжело. Все,
Следующее упражнение. Берем гантели. Будем вставать с колен. Повернусь так, чтобы было лучше видно половину моих ног. Поехали. Одна нога, вторая нога. Поехали дальше. Ягодицы горите, горите. Ягодицы качайте, качайтесь. И последнее упражнение. У нас разведение гантелей на 30. Фух, 30-30. Поехали. Развели, напрягли трицепсы. Поменяли стороны. Последний. Минуточка, отдыхаем, затем у нас третий круг, продолжаем. Круг. Поехали. Jumping jack. Jumping jack. Здесь секундочку отдохнем. Затем будем поднимать гантели на бицепс и плечи. Будем качать руки. Отдых. Если ты дойдешь со мной до конца, я тебе скажу, сколько калорий ты потратил за сегодняшнюю тренировку. Дальше. Подняли. Гантелька, гантелька. Вместе. Дальше работаем. Последние разочки, затем ножницы. И последний раз, быстренько, пожертвуем немножко нашим отдыхом во благо нашего тела. 3D ножницы. Поехали. Давайте, 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 попробуйте ускориться, а? Дальше у нас отжимания с поворотом. Жду отзывов в комментариях. Отжались? Секунд означает еще одно повторение, успеваем. Ягодичный нос на одной ноге.
на одной любой ноге, затем поменяем. Поехали. Чуть-чуть. Терпим. Вы на связи? Как вы там? О, последний раз. Блин, пипец. Фу, меняем. Ноги. Нагружаем. Еще чуть-чуть. Последний раз. Самый последний. Еще один. За маму, за папу. По мне ползают муравьи. Это нормально? Гиперэкстензия. Убит. Дальше у нас перекрестные подъемы на пресс. Поехали. 30 секунд. Мы работаем. 10 отдыхаем. Все так же осталось. Дальше берем гантельку, будем подниматься с колен. 5 секундочек отдыхаем. Вот, и золотые 5 секунд. Фух. Поехали. Не встаем сильно. Дальше у нас разведение на трицепс. Еще раз, давайте со мной. Фух. Разведение гантели на трицепс. Поехали. Раз, два, три, так, 15 секундочек. Еще один. Поменяли быстренько. Еще один. Все. Отдыхаем минуточку, затем возвращаемся на самый последний, четвертый кружок в этой тренировке. Вот и у нас самый последний, четвертый круг
приготовились сделать джампинг-джеки. Последние 10 упражнений. 3, 2, 1. Погнали! Прыгаем, прыгаем высоко, стараемся. Дальше у нас с тобой 10 секундочек отдыха. После этого подъем гантелей на бицепс и плечи. Есть. Осталось 9 упражнений нам сделать. Взяли гантели, приготовились. Настроились на работеночку. Погнали. Продолжайте, продолжайте, не останавливайтесь. Секундочек у нас осталось. Капельку. Дальше у нас с тобой ножницы на пресс. Последний. Легли, приготовились делать ножницы. Поехали. Давайте ускоримся. Быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро, быстро. Носки у нас тянутся вперед. Ноги у нас примерно в одной плоскости, не гуляют вот так, да? Чик-чик-чик, быстро, быстро. И дальше. Ой. Ага. Отжимания с поворотом. Приготовились. 5, 4, 3, 2, 1. Упали, отжались, перевернулись, коснулись. Десять секунд. Еще одно повторение. И дальше делаем ягодичный мостик. Можно отдохнуть. Я вам разрешаю. Ягодичный мостик на одной ноге. Выбирайте вашу любимую ногу. И поехали. Зажали ягодицы, зажали верхние точки. Ху-ху. Давайте еще 10 секунд. Фу. Зажали, зажали. Не роняем ногу, старайтесь делать с одной ноги. Меняем. Фу. Отдыхаем. И готовимся делать со второй ноги. Раз, два, три. Дальше мы делаем с вами гиперэкстензию. Еще чуть-чуть и нагрузим спинку. Последнее повторение. Есть. Гиперэкстензия. Готовы? Поехали. Секунд. Дальше у нас будет перекрестные подъемы на пресс. 6, 5. Перекрестные подъемы на пресс. Быстро. Приготовились? Перевернулись.
Развернулись. Выдохнули. Еще пару повторений. Берем гантели. Последние два упражнения, ребятки. Берем гантели, садимся на колени и поднимаемся. Одну ногу, вторую, садимся обратно. Дальше у нас разведение гантелей на трицепс. Последнее упражнение в этой тренировке. Встали, приготовились. Не будем терять время. Поехали. Развели. Последний раз! Ю-ху! Вот и закончили мы с тобой нашу вторую тренировочку дома в домашних условиях. Еще раз повторяю, карантин и все, что сейчас происходит в мире, это не повод себя запускать, запускать свою физическую форму. И еще, я тебе обещала сказать, сколько мы потратили во время этой тренировки. 254 килокалории. Похлопали себе, сказали, что вы молодцы. Сейчас мы восстанавливаемся и ждем следующую, третью тренировочку. Я тебя не оставлю. С вами была Синдерина 1. Всем пока и до новых встреч. Пока.